Задачка адресам? Вам на неделю. Каждый двор зайдите и посмотрите, есть турник, нет. И все. И вы все поймете. Я вам сказал, конкретно в каждом дворе должен быть турник. Задача понятна? Понятно. Копеечная история, она, поверьте мне, очень сильно придает спортивному импульсу. Тройной турник. Поставь, спроси у коллег, съезди. И какой эффект от этого? Когда ты смотришь, турничок простой ставишь на газоне, вытерто под перекладиной та, которая меньше. Маленькая, средняя, большая. Почему? Это самое главное. Детишки больше интересуются турником. Значит, если он с этой ступени, то он старше будет еще больше заинтересован подтягиваться. В каждом дворе должен быть турник. Просчитывайте, готовьте эту программу и мероприятие. Она недорогая. Ее можно разбить в несколько этапов, как мы это все время делали. Но если нужно 300, давайте 300. Недорогая история. Прорабатывайте, значит, я жду предложений. Мы к юбилею Красногорской земли должны фактически уже показать результат.